Управление Федеральной службы безопасности России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Черноморского района, который подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании. Правоохранители выяснили, что мужчина в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где присоединился к рядам крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана, возглавляемого Ленуром Ислямовым. Впоследствии он вернулся в Крым и продолжил участвовать в организации. Сейчас подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.